сейчас все заберем, да? Нет, не волнуйся. Я сейчас распсихуюсь и еще наберу. Не волнуйся, мы тебе если что-то это говорим. Это все-таки кот. Кот. Я тоже так думаю, что это кот. Это все-таки кот. Я тоже думаю, что это кот, потому что... Ну вот я с вами спорить не буду, но у меня не такой кот. Потому что коты бывают разные. Они разные. У меня прям написано. Бывает. Дикий кот. Скажи, бывает на белом фоне? Саша, GMP, наверное, Саша покупал на каком-то сайте с доставкой. Он с тремя цветоносами так красивый. Обалдеть, обалдеть, смотрите. А тебе самому покидать? Ну как вот он, а не бетон, а вот вот такие вот. Башмачок. 760. Кстати, вот эти очень дешевые, 615 рублей. Это Мельтония. Красота. Обалдеть, обалдеть. Но это уже тысячи. И 769. Ну, это крашеная. Потом покажу, это я так быстренько. А, вот она, вот эта пульсация. По-моему, да? Вот красивая. Вот это. Всем здравствуйте, меня зовут Арина, город Санкт-Петербург. Сегодня мы съездили с девчонками в магазин «Семь цветов». Насмотрелись, наползались. Но знаете, единственное, что там привоз, как мы поняли, по понедельникам, но пока они там ценники развесят, как они сказали, после трех только вот они вывезят вот эти огромные-огромные-огромные стеллажи. А что делать? Ну, значит, в следующий раз просто на другой день во вторник надо ехать. Все тут, как хотите. Ну, другие дни. Но там огромное количество, огромное. Тут, конечно, уже было уже намного меньше то, чего... Естественно, там сколько, 4, 5 или 6 вот этих огроменных, по 3 или по 4 вот эти вот этажей. И, в общем, я не знаю, конечно, ну ладно, не буду об этом, о грустном. Вот, мы, конечно, походили там, значит, слюнями подавились, пообтекали, ну что делать? Ну ничего, зато купили, я купила столько цветов. Дома, может, был встретил. Ну, он меня не встретил, не видел, но, ну, в общем, ладно, сейчас вам покажу. Что я приобрела? Вот такую роскошь. Посмотрите, какая красивая. Видно вам? Так вот. Сейчас. Это такая красотка. Крупные. Посмотрите, моя рука, да? Крупные цветы. Два цветоноса. Она мне обошлась, по-моему, 500. Сейчас 500, по-моему, 56. Нет, это да, 500, 556 рублей. Ну что-то или 520, 530, не суть, не суть. Два цветоноса, огромные цветы, шикарные цветы, красивые, насыщенные. Название, к сожалению, есть, но тут подстерлось. То ли, ты вот и он какой-то. Надо будет смотреть. Я хоть посмотрела так по интернету, да, именно по окрасу, по цветам. Вроде бы это весенний принц. Я, конечно, не знаю, честно скажу вам. Вполне возможно, это весенний принц. Далее. Что я всегда хотела приобрести? Конечно, вот это вот, наверное, ну, тут засохшие, конечно, уже эти самые там. Потому что, видите, она уже так более-менее так... Конкретно отцвела, но обошлось мне вот этот вот кустик, шикарные корни, основание отличное, 305 рублей. Вот такой горшочек, 305 рублей. А здесь что-то написано. А, нет, названия, к сожалению, нету. Да, нету. Но посмотрела я в интернете. Это, по-моему,
по мамочке. Бабочка Румба. Или как-то по-другому. Если кто знает, напишите мне, пожалуйста, что это за чудо. Я всегда хотела. В обе они были маленькие, такие дорогие. Поэтому как-то так вот. Вот. И там мне качество не очень нравилось. А это просто. То есть, понимаете, она так как вот... Ну, вряд ли это бабочка. Мне сказали, что там другая. Мне показали, что мне... И я все равно... Все равно у меня есть бабочка. Ну вот это вот, посмотрите, как красками такими, красота, просто вот маленькие. Цветонос, конечно, длинный, я вообще видела, вот они такие коротенькие, но ничего, посмотрим. Буду пересаживать, но не сегодня. Затем, тоже, знаете, вот такой видела впервые. Вот честно скажу, в обзорах не видела. Вот, вы посмотрите. Вы посмотрите, какая ветка вся. Вот, посмотрите, она такая вот для меня удивительный цветок. А, вот это вот бабочка, как мне сказали, это бабочка. Вот она. Вполне возможно. Я вот честно скажу, не могу определить, бабочка, не бабочка. Ну, как Танюша мне сказала, что это бабочка. Запросто. А, вот кого я быстренько пересажу уже завтра, это... Вот этот вот цветок, потому что он в темном горшке. Не хочу, не хочу. Корни я не вижу, не знаю. Поэтому они не залиты. Они совершенно нормальные. Там грунт. Это самое... Вот, это фирма. Написано бабочка. 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 Какая бабочка? Непонятно, что это за орхидея. Как она называется, может быть, вы знаете, мне подскажите, пожалуйста, потому что вот такое чудо я в первый раз увидела, правда, и окрас шикарный. Здесь наверху, видите, вот такой белый краб, потом идет малиновый тоже краб. И... так вообще, смотрите, губа темная такая, малиновая, слушайте, даже прям бордовая. Ну, какая интересная орхидея, мне она очень-очень понравилась. Просто именно своей такой вот оригинальностью, такой вот, знаете, вот цветоносом, что он со всех сторон, да, вот такой вот идет, вот, да, просто красота. Так, а потом увидела вот такую орхидею, я всегда ее искала. Она вот с этой стороны будет лучше, тоже с двумя цветоносами. Вот, посмотрите, какая. Я всегда такую хотела, всегда. А, здесь у нас идет, видите, розовые полосочки. Внизу тоже, сейчас покажу, вот они. А, губа малиновая, то есть, ну, вообще, как будто бы краб, да, вот краб. Вот его щупальца, это попочка краба с хвостиком. То есть, орхидея вообще. То есть, здесь написано Голдиум. Да, и в интернете я нашла, да, что это Голдиум. Посмотрите, какие корни. Сладкие, вкусные. Не перелиты, даже вот здесь вот они вылезшие. Не знаю, что за фирма. Вот, но основание хорошее, пока пересаживать не буду. 2 недельки пройдет, пересажу, сейчас все обработаю. Помою листья, потому что они в пыли, они пыльные. Ну вот, все промою, обработаю от... Не дай бог, каких насекомых. Вот такая красотка. Ну, просто красотка. Понимаете, вот я смотрю на нее и любуюсь. Шмотрю и любуюсь. Ну, и последнее, что я давно хотела. Вроде, знаете, вот и в интернете пробила, посмотрела. Вроде это то, чего вот я думаю. Дикий кот. Я давно хотела. А что-то у меня ягуар. Слушайте, девчонки засомневались, что это дикий кот. Вот. А мне показалось, что это дикий кот. Не на белом, а на розовом. А почему нет? А почему не может быть дикого кота? Они же разные. Так, показать. Вот. Они же разные. Скажите, пожалуйста, это дикий кот? Сейчас еще вот с этой стороны. Ой, там кора летит. Во все стороны. Ну, это же дикий кот, а? Ну, наконец-то я бы купила этого дикого кота. А? Я так его то самое хотела его приобрести. Вот.
Корни хорошие полить надо будет. Полью завтра. Видите, здесь кора мелкой фракции я тут вижу. То есть, знаете, нету... Даже уголь вижу. Вот, похоже, черненькие такими вот крупными. Вот, вот такие цветочки. Здесь грязючка. Потому что я ложила в упаковку. Там все упаковать можно. Все, красота. Ой. Слушайте, ну ведь... Точно же, да, кот? Ну все, все мои цветочки, 5 штук притащила. Ой, ну, знаете, если бы вывезли все вот эти вот, я не знаю. Я, наверное, бы там просто бы зависла, потерялась, потому что мы там смотрели, конечно, там были шикарные. Там бы получше был экземплярчик вот этих вот желтых. Вот один, но это тоже хороший, все, то есть у меня не засомневалась, я не стала откладывать покупку на потом. Ну почему? Хороший экземплярчик, ну вот, скажите, пожалуйста, это же кот, да? Вот такие вот покупочки, то есть сегодня я разнеслась, пошла в разнос, она покупала, там вот разные, и мельтонии, и камбрии, вот мне показалось, мельтонии, они недорогие, там вот, посмотрите, даже башмачок есть, башмачок я не стала брать, вот, потому что... Я не знаю, как вообще с ними заниматься. Ну, ладно, не об этом речь. Все, на этом все. Спасибо всем за внимание. Огромное спасибо, что зашли на мой канал. Спасибо всем, кто подписался, кто со мной давно, кто пишет комментарии. Огромное всем-всем спасибо. И хочу я вам пожелать крепкого здоровья. Не болейте, мои дорогие, чтобы все-все-все у вас получалось, случалось, исполнялось вами задуманное во благо. Ну и берегите своих близких, мам, пап, бабушек, дедушек. Балуйте по возможностям. Деток также воспитывайте. Не гнобите их своим авторитетом. Не давите. Воспитывайте их личностями. Чтобы им в жизни было легче. Вот. Ну и мирного неба над головой. Дружбы между народами. Уважение, взаимопонимание между разными верами и исповеданиями. Всем до новых встреч. До свидания.